Патрик накупался. Патрик, пожалуйста, нет. Нет, Патрик, не прыгай. Искупался, да? Макс, если с ним ходил, он чистый. Но патриот постоянно грязный. Я еще сейчас вам кое-что покажу, что у нас в конце поля. Это вот ближе к реке туда. Вот сейчас я пройдусь быстренько. И там уже включусь и покажу, какой там у нас творится ужас. И что нам, с чем мы столкнулись. И что нам теперь придется делать. Патриот уже давно у реки. А вот Максу тяжело, видите. Он немного пробежит, ляжет, полежит. И вот так вот я с ним иду уже здесь, наверное, минут 5, что он устает. Идешь, Макс? Пойдем. Пойдем, пойдем, золотой, пойдем. Ну, короче, смотрите. Вот такая вот история у нас в конце нашего огорода. Памперсы, бутылки, мешки, всякая ерунда. Пипец. Что с этим делать будем? Ну вот и что с этим делать? Не очень приятно. Будем думать. Погода, конечно, шикарная. А вот здесь наш выход, да, получается, к реке. Тоже надо прочистить, чтобы у нас был отдельный выход, тоже будет прикольно. Ну вот плюс такой выход идет, что с него прям можно с удочки ловить и за спинник можно кидать с него прям. Да? Потому что впереди получается только река и ничего лишнего нет. Как здесь, допустим, выходишь к реке, и перед тобой вот там камыши растут вот так. Здесь выходишь, чистая река. Это все чистить надо. А здесь грязь. Здесь штуки не спасают. Рушан сразу заходит вот сюда, сюда наступает. И поэтому здесь вон скапливается вся грязь. Опять все грязное. Буду сейчас все подметать, все убирать. Ну, вот такая, короче, грязь. Это каждый день. Да и, наверное, в день по несколько раз я это заметаю. Потому что у кого есть большой огород, тот только меня поймет. Так. Я хочу посмотреть. Васильке заказывал этот плед. Ничего, нигде не повело. Нет, все нормально, все отлично. Кстати, быстро высох. Все здорово. Так. Вроде сухой. Сухой. Надо будет убирать. Так, а я хочу сейчас суп быстро приготовить, пока Рушана нет. Вот. Пацаны где-то в поле бегают. Гоняют мышей. Здесь я поставила свеклу. Сейчас я подожгу. Сейчас я взяла зажигалку. Хочу приготовить салат и суп какой-нибудь. Сейчас. Как готовила суп, смотрите на втором канале. Там я буду тогда, потому что люди просят, более обширно все показывать. А здесь так покажу немного. Так, попробую сейчас, по крайней мере, разжечь костер. И вот столько свекла, она просто у меня пропадает в казанке. И пусть она здесь стоит и варится. Никому не мешает. Дома этой парки нет. Что-то не могу поджечь. Слушайте. Вон на меня весь дым. Ну все, сейчас попробую поджечь. И пусть варится. И пойдемте суп готовить. Не прошло и 5 минут. Все чисто. Все подмела. Плохо, что здесь у нас такие вот неровности. И очень трудно заметать все здесь. Камни. Да и так пыль поднимается столбом. У меня аллергия, если честно, на пыль. Поэтому я всегда стараюсь каждый день мыть в доме пол. И, ну и тем более у нас кошки еще линяют. Когда кошки, надо вообще каждый день пол мыть это. А я в основном вечером перед сном это делаю. Потому что за день оно натаскается, и по-любому к вечеру уже невозможно будет спать. Я не скажу, что там прям все в шерсти, но шерсть есть. Машина, как обычно, плохо выжимает. Не знаю, что происходит. Что с ней делать? Показалось, кто-то зашел нам в ограду. Что-то я каждого шороха начала бояться. Постирала. Кто помнит, этот я костюм брала в Васильке.
интернет-магазин. Все нормально, ничего нигде не село. Я посмотрела, все нормально, не скаталась. Прям идеальный костюмчик, как новенький. И также толстовочку. А, и кто-то говорит, что в чем во дворе, в том я и в город. Во-первых, в город я никакой не ездила еще ни разу в этой толстовке. Если ездила я до магазина, это раз. А два, вот, допустим, я ее сейчас постирала, она у меня чистая. И я могу завтра ее одеть, если я поеду, допустим, в Павловскую. Вот. И в последующем я, когда что-то делаю во дворе, я всегда очень аккуратна. Если я знаю, что у меня грязная работа, то я одену какие-нибудь там штаники, ну вот подобие вот этих вот, которые я постирала, розовые. Они меня очень, кстати, спасают, теплые. Вот в них я точно никуда не езжу, и в них я работаю. Еле как подожгла я этот костер, разгорается. Ну все, ждем мы свеклу, но я думаю, к обеду свекла не сварится. Рушан уехал не на машине, за ним приехал знакомый. И они поехали по делам там, по личным. Вот, так что здесь вот все чистенько. Надо вот еще на этой полке порядок навести, потому что у нас так обычно. Рушан снял носки, бросил и пошел дальше. А я здесь уже начала мясо. Нарезала мясо, сейчас достану я мясорубку, перекручу, буду суп готовить. Мне фарш нужен. Смотрю дневник приемной мамы, да, я смотрю этот канал, мне он очень нравится. Так что переходите, подписывайтесь, кто не знает еще об этом канале. Я думаю, о этом канале знают многие. Так что вот, когда я обычно кушать готовлю, я всегда на их канале смотрю видосики. Поперемыла еле как посуду. Вода текет ледяная, я не знаю, с чем это связано, но посуду я перемыла с трудом. Вот чуть-чуть осталось, потому что у меня уже руки не выдержали. Ну все, начинаю тогда я суп готовить, уже покажу, как приготовлю. А процесс готовки я уже покажу на втором канале. Переходите на второй канал Диана и Рушан Лайф. Там уже буду процесс, потому что люди пишут, люди просят. Пожалуйста, давай от начала до конца все показываю. Ну, покажу, как хотите, покажу. Так что, кто хочет, тот переходит, тот и смотрит. Кому это не интересно, тот не переходит и не смотрит. Все логично. Перекрутила я уже фарш для супчика. Супчик у меня будет с галушками. Здесь я уже тесто на галушки завела. Нэнси, кстати, появилась. Да, когда я включила мясорубку, всех кошек сдуло. Они вот здесь вот вдвоем сидели, пропали резко. Сдуло, да, вас, Нэнси? Говорит, да. Все, наш суп готов. Вот какой он у нас аппетитный. Вкусно, конечно, не хватает, знаете чего? Я думала, вы догадаетесь. Зелени. Очень не хватает зелени, но за зеленью я точно не поеду. Так что, о, переборщила что-то я. Все, Рушан уже дома. Говори всем привет. Все, приехал. Китюнь! Кис-кис-кис. Китюнь! Ну все, суп готов, обед готов. Как готовила суп, кому интересно, смотрите на втором канале. Вот такой у нас получился суп. Не хватает зелени, но ничего страшного. Так что все, кто кушает, всем приятного аппетита. А где стул? А стул у нас где-то... А, у нас стул, вот он. Тут вещи убирала. Да, держи, закрой, а то сейчас кошки залезут. Особенно малышня. Как пойдет со шторами гонять. Не а, она одна спит. Майонез. Ну, как обычно, да, не хватает майонеза. Так что всем приятного аппетита, кто кушает, и мы будем кушать. И дальше идем работать уже в огород, да? Идем. Да. А, дай-ка мне эту вот приправку, пожалуйста, я покажу. Я еще добавила вот такую вот универсальную приправу в суп. Ну, я практически всегда ей пользуюсь. Так что Рушан, как обычно, с майонезом, майонезом. А скоро майонез закончится, слава богу. Ну, светофор недалеко. Как недалеко? В Павловской? А, мы же завтра должны мы в Павловскую, да, поехать? Ё-моё. Ну, ладно. Что делать?